Что, друзья, трип по Африке уже закончен. И что можно сказать? Круто. Но мы обязательно сюда еще вернемся чуть попозже. Возможно, что еще с командой людей. Может быть, еще как вариант дом на колеса, который я планирую собрать. И вы ко мне, мои подписчики, будете периодически присоединяться, как, в принципе, был проект типа «Идея» такая же. И проект «Идея» с яхтой. Поэтому, друзья, сейчас погнали. Мы едем на порт, которого у нас будет то же самое, но корабль у нас идет свободные даты. Ты покупаешь туда-обратно. Это очень удобно, кстати. Имейте в виду, если вы поедете в Марокко, у вас свободные даты, а цена довольно дешевле, чем покупать один билет в одну сторону. Поэтому мы едем, сейчас посмотрим, как это работает, и вам расскажет. Плюс мне надо еще забрать мой дрон. Плюс, чтобы меня выпустили, потому что я все-таки много снимал, и были у нас некоторые провокационные вопросы. Поэтому погнали, посмотрим, как получится. Мне даже уже как-то, друзья, и грустно. Сегодня такая хорошая погода. Температура на мотоцикле показывает 24 градуса. Ботик такой чистый, красивый. Ох ты, а нихрена себе. Я даже не справляюсь. Вы прикидываете? Мотик только что скользил. Мне сейчас спускаться только задом. Иначе, ну, никак. Блин, надо, наверное, попытаться передачу тормозить. То есть, если что, сцепление припускаешь. Кстати, такая методика есть у нас иногда в эндуро. Как ты понимаешь, очень большой наклон, а ногами приходится помогать. Глушишь мотор и тупо просто сцеплением, как вторым тормозом работаешь на отпускание. Ух, аж жарко. Здесь прикольно, что иногда охрана, вроде как бы ее нет, но я ночью смотрел, что чувак бдил. Вот он сейчас подошел, я ему заплатил 1 евро. Чтобы вы знали, расценки при парковке мотоцикла. Стоимость стоит на час или там на пару часов всего лишь 3 дирхама. А они очень часто говорят все 10, на самом деле нет. Местные за машину даже платят 3. Потом стоимость, если сутки, то обычно 1 евро, а все то, что выше, это развод уже. Это говорили мне местные. Так что имейте в виду, друзья. Город Танжер. Ай, Африка, не хочу прощаться, мне она понравилась. Я хочу дальше ехать. Ну, возможно, мы вернемся. Все же надо заменить резину на мотике. Идей в голове много, что делать, как быть, непонятно. Пока что едем в Испанию, вон она. И в Португалию доедем до мыса Рок. Это самая западная точка Европы. И дальше уже будем решать, как будем дальше двигаться, потому что я хочу на ходу с ребятами, с Лешей и Юлей прокатиться на доме на колесах, понять нюансы дома на колесах. Пообщаемся еще с Максом, но, скорее всего, сейчас пока отправим Лилю домой, потому что сейчас она опять хандрила, себя плохо чувствовала, устала, ее все же продувает, она простывает, а дома согреться не может, холодно, в общем, уже у нее накипело, но она держится, все равно ей можно отдать должное, она очень сильная оказалась личность, выдержала и такую тяжелую поездку. Тем более, что первую поездку в ее жизни на дальняк на мотоцикле. Испания! Смотрите, какие берега! Красивые! Что-то множество уже помощников, которые куда-то тебя посылают, направляют. Нам надо вот эту компанию, которую мы билет покупали. Вон контейнеровоз здоровый какой. Кораблик.
Ticket sale, check-in. Автомобили туда. Заезжаем мы. И тут чувак такой. Оу. Number? Да. Nine? Окей, thank you. Ну и чувак такой просто взял мои документы, передал их в окошко, а такой говорит, ну все, давай мне за это 20 евро. Что? Потом такой, ну Руша, ноль, блин, какого хрена, кто ты такой? Ждем, Лилю не хотели выпускать, посмотрели визу якобы и сказали, а она просрочила. 5 декабря должен быть выезд. Окей. Ну куда-то вниз, налево. С дрона забирать. Все говорят, едь туда, едь туда. Сейчас непонятно, куда ехать. Короче, ищем сейчас вариант дрона. Но Лилю типа якобы сказали, что она просрочила визу. Забавная тема. По идее, туда. Это то не туда. Досмотры, контроли. Сейчас будут нас сканировать. Система. Все это гермодвери, такие открываются. Поднимаемся опять наверх. Вы готовы? Готовы покинуть африканский континент? Я? Нет. Мы уже стоим где-то, наверное, часик. Еще пока не собираемся отплывать. Тихоньку грузимся. Красивая погода. Испанию ждет нас. Гибралтар. Испанию. Мы сегодня пропустим Макса. Поедем мы в следующий город. И завтра попробуем Лилю отправить домой. Чтобы уже я добрался до Лиссабона. И уже продолжим путешествие в одиночку. Надеюсь, что это так получится. Потому что как бы Лиля устает, начинает болеть. Мы боимся, что она просто может простыть. Поэтому хотим обезопаситься. Тем более, что есть вариант, что я оставлю мотоцикл в Лиссабоне или Барселоне и прилечу домой. Вот, пока будет путешествие с Африкой закончено на этом, но я буду ждать возвращения, потому что мне очень интересна тема африканского, как я уже ранее говорил. Ребят, ищу попутчиков. Мы уже закрылись. Будем сейчас отплывать. Пока, Африка. Пока. До новых встреч.
практически на евразийском континенте. И это будет Испания. Юху, друзья, мы могли вон туда выехать, кстати. Мы в Испании, юху! Фламинго и кого еще там? И испанцев, в общем, маньяна. Короче, мотоцикл даже документы не проверяли, что на выезде, что на въезде, поставили штамп паспорт, и ты свободен, вы представляете? Так что по факту я могу мотоцикл оставить надолго здесь. В общем, дырка появилась снова в том же месте. Видно, или просто проехали уже, либо герметичность, либо подтерли что-то. В общем, меняем шнур на другой. Нажми на коробку передач. Вот это внизу лапка. Вот это? Другая лапка. Вот это, да, нажимай. Все. После Африки хочется их с разной стороны объехать. И что ты уже забываешь, как же надо было правильно делать? Можно ли объезжать или нет? Что-то я не помню, в Испании как можно так немножко хулиганить. Мы добрались в город Севилья. Или как правильно там? Севилья. Севилья. И у меня, кстати, почему-то не работает одна ручка подогрева. Интересно. А почему так? Севилья. Все такое сразу аккуратненькое, чистенькое, современное, вкусно пахнущее. Множество плюсов. Дорогое. Вроде здесь. Оказывается, такой маленький поворотик. Стройка, если есть, то аккуратная, да? Все светится, реклама так. Говоришь, Нового года не чувствуется. Вон уже все, праздник к нам приходит. Оп, собака. Там он дзюдо. Люди тренируются. Тоже маленькие тебе улочки. Затарились в магазине. В магазине аж глаза разбегаются. Мы пару раз в Марракеш, конечно, и в
Танжере встречали супермаркеты, но как-то не получалось такой, знаете, размаха. Здесь прямо хочется и того купить. Мы взяли частично, что хотели. Забронировали отель уже, пока я ходил в интернете. Пока я ходил, оказалось, что есть интернет в Lidl. И я уже еду по адресу за 22 евро. Апартаменты с двуспальной кроватей. Блядь, что ж ты делаешь, сука? Вот так вот и бывает, друзья. Вау-вау-вау! Как прикольно! И фонтаны, и елка. Ну разве это не прекрасно, друзья? И мы с вами в Испании. Ух, какой замок интересный. И яхты. Не, это лодки просто, ладно. Обмануть вас хотел, но все равно замок какой-то. Большой, кстати, очень город. Чувствуется. Сказали, очень красивый. Блин, нам надо было налево. Оказывается. А, так здесь тоже так можно. Что-то я уже забыл, как в Испании можно. Вот это у нас строения такие пошли. Прикольненько так. Город такой аккуратненький. Да, и мост такой хорошо так украшен, светится. Вообще, все четко. Люди греются. Ах, сейчас бы повеселиться бы там. Какую-нибудь пьяную вишню выпить, да? Не, ну это тема, да? Такая заправка. Раз тебе и все. 95-й, пожалуйста. Вот молодцы, а? У нас бы хрен бы разрешили. В центре города заправка. Если бахнет, так бахнет. Так, нас опять выводят на центральную улицу. Что-то мне с навигацией сегодня. Кстати, Google заработал. Все, здесь он работает. Марокко Google не работает. Здесь он нормально работает. Приходит. Скоро, друзья, Новый год и Рождество. Вы вообще готовитесь к этому? Вот вообще, у меня Новый год не самый любимый мой праздник. Вот и тебе сразу экскурсия. Центральная улица. Блин, а. Молодец вроде Toyota. Ах, детвора бегает, и ты... Чувак хотел сесть в машину. Понял, что не туда. Ребята, у вас был у кого-нибудь такой случай? Когда вроде друга должен был приехать, и ломишься в машину, но не ту. Нет, Лиля, видишь, они все проверяют тебя на нервы, зайка моя. Вот на такой прикольной улице мы поставили мотоцикл. Хорошо, когда быстро снимаются кофры. Старый город, наш хостел, апартаменты. Здесь прикольная комната за 22 евро с налогами. Некоторые отели берут 2 евро налог, некоторые нет. Но главный удобный факт, что это дорога, по которой ездят транспортные средства, то есть машины. Но также здесь присутствует парковка. Мы видим вот таких скутеров. Ну и мой мотоцикл поместился хорошо. И удобно, что вот выход наш номер. Поэтому забираем сейчас вещи. Погнали, наконец-то, отдыхать. Да, вот эта тема. Марокканская плитка. Лилю все не покидает. Она уже готовит там кушать. Бедненькая моя проголодалась. Кроватка. Мотичек. Это же идеальный хостел. Кондер с 32 мы его настроили.
У нас нет в нашей комнате ванны и туалета, но есть за дверью. Там буквально мы не страдаем ни от чего. Но главное, друзья, что есть у нас? Танец победителя. Пивко. Да, мы теперь в стране, в которой можно бухать наркотики и рок-н-ролл. Секс, наркотики, рок-н-ролл, хочется сказать. Да, друзья, не облизывайтесь. Все у нас есть.